Меня зовут Вальтер Ахац. Я архитектор из Германии. Я работаю в этой стране уже 15 лет и за это время успел влюбиться в Казахстан. Каждый раз, приезжая в Алматы, я посещаю ресторан «Феллини» и на летней террасе наслаждаюсь видом гор. Это место является творческой площадкой, где я могу создавать идеи для своих новых суперпроектов в Казахстане.